Поздравляю вас с Днем России. Этот праздник знаменует многовековой непрерывный путь нашей Родины. Достижения и победы, переломные судьбоносные этапы и неизменный подъем к новым высотам развития. Главная заслуга возрождения страны в укреплении государства всегда принадлежит ее гражданам и ее гражданам, их труду, сплоченности, преданности отчизне. Мы знаем об этом не только из истории. Кардинальные преобразования 90-х изменили жизнь современных поколений. Мы сами прошли через этот сложный драматический период. Радикальное обновление коснулось тогда всех ветвей и уровней власти, экономических и общественных отношений. Перемены такого масштаба и такой глубины всегда имеют разные последствия. Россия, наш народ, пережили не только стремительный прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, так оно и было, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев. Но все эти трудности были преодолены. Год за годом наряду с развитием демократических институтов, повышением уровня открытости общества, приходило осознание значимости собственных корней и традиций. Понимание, что можно идти вперед только в крепкой, самостоятельной, независимой стране. И что силу государства обеспечивают политическая стабильность, единство целей и консолидация общества. Всем вместе нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения и девальвации принципов гражданственности и патриотизма, надежно укрепить суверенитет своей страны, четко обозначить национальные интересы России. Мы научились их твердо отстаивать, опираясь в том числе на исторический опыт. И эта цельность восприятия России – наше важнейшее достояние. Ярким примером преданности, достойного отношения к Отечеству являются и впечатляющие результаты деятельности лауреатов государственной премии. Я еще раз сердечно поздравляю с высокой оценкой вашей работы на научном и культурном поприще. Дорогие друзья, для того, чтобы добиться успехов в экономике, социальном развитии, мы должны понимать, слышать и уважать друг друга. Дорожить тем, что уже удалось сделать для Родины, для повышения качества жизни людей, их безопасности. Нам всем надо ориентироваться на позитивную, созидательную повестку. Каждому по силам внести свой вклад в укрепление России. В этом наш долг перед Отечеством, наша ответственность за его настоящее и за будущее нашей Родины. Предлагаю тост за свободную, процветающую Россию, за благополучие наших граждан. С праздником! С Днем России!